Новый год прошел, а главный атрибут праздника остался. Каждую зиму в Тюменском зоопарке собирают нераспроданные деревья и те, которые уже отслужили. Сотрудники зоопарков напоминают, что принимают только тщательно очищенные от новогодних украшений елки и сосны. Такие деревья идут на корм животным и становятся элементами декора. Айсберг. Сосну будет. В постпраздничном рационе у животных богатый выбор, но обитатели местного зоопарка дают предпочтение соснам. Елки не любят у нас животные. Животные у нас предпочитают сосну, особенно у сосны кора. Если кора свежая, такая, все, они прям с удовольствием ее все полностью. Верблюды, зубр, як и козы. Животные не прочь полакомиться именно ветками. Это хорошая добавка к основному меню, а еще и дополнительные витамины, которые так необходимы зимой. Миша, проси. Проси, мой хороший, проси. Ну а ты, мой хороший, мой на. Для одних хвойные служат едой, а для других – игрушками. А то на мощь-то. Чешется. Ага. Тоже нашел применение. Сдать елки напрямую в зоопарк тюменцы смогут самостоятельно уже сегодня, а со следующей недели собирать деревья будут организованно. В течение 2 недель экомобиль объедет все округи города с целью сбора хвойных деревьев и их дальнейшей передачи в местный зоопарк. Маршрут экомобиля тюменцам станет доступен 20 января в группе ВКонтакте «Молодая гвардия Тюмень». Елена Старожук и Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.